18 мая в Подмосковье пройдет традиционная Ночь музеев. Акция всероссийская и международная, приурочена к Международному дню музеев. В свой праздник музейные работники готовят особенную культурную программу и принимают гостей вплоть до полуночи. Сергиево-Посадский музей-заповедник участвует в Ночи музеев уже более 10 лет. Этот год не исключение. Во всех четырех филиалах пройдут самые разнообразные мероприятия, объединенные общей темой – из поколения в поколение семейные реликвии. Мы все практически музейщики, мы храним память по-разному, дома, в семье. А музей как институт создавался для того, чтобы служить людям, служить поколениям, преемственности, памяти. Мероприятие стартует в полдень с интерактивной программы в Ризнице Троицы Сергиевой Лавры. В Ризнице, исходя из темы вот Ночи музея, из поколения в поколение, семейной реликвии, мы выбрали тему «Отцы и дети». То есть Ризница, ее экспонаты позволят познакомиться со всеми великокняжескими семьями, с родителями и детьми, дети, которые станут русскими правителями. Дневная часть будет интересна для семейного посещения. Например, в музейном комплексе «Конный двор» артисты театра танца Ольги Фоминой впервые представят игровое сказочное путешествие с Золушкой по музею. Вечер также подарит немало интересных открытий и знакомств с творческими семьями. Например, семья Дмитриевых – это известная семья художников, замечательные специалисты, которые прекрасно знают, делают, творят куклы, потрясающие художественные произведения. Вот на нашей экспозиции выставки Музея русской матрешки пройдет как раз-таки творческая встреча со всей семьей Дмитриевых. Особое место в программе «Ночи музеев» займет новая выставка художественных работ из янтаря «Солнечный камень». И здесь, конечно, будут авторские экскурсии в течение всего дня, но в то же время здесь для самых активных и любознательных, да, будет игра-поиск. Мы назвали ее «Таинственный и древний». Да, это как бы сам янтарь и те тайны, которые хранит наша выставка. Формат фотосушки не свойственный для музея, но в рамках «Ночи музеев» будет и такой эксперимент. Тема фотовыставки – «Лицо города. Город в объективе фотографов 21 века». Любой желающий может принять участие в выставке. Это, получается, на открытой площадке будет проходить в краеведческом корпусе музея. Некая выставка-галерея. Можно принести будет работу с 10 мая в музейный комплекс «Конный двор» на кассу. Чтобы не пропустить интересную экскурсию или встречу, расписание активности лучше изучить заранее. Программа «Ночи музеев» размещена на сайте музея-заповедника. Вячеслав Белов, Анна Овчинникова, ТВР-24.